Послание Отца Абсолюта от 1 июня 2024 года. Совместная эволюция. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу рассказать вам еще об одной особенности последнего 12-летнего цикла развития Земли и человечества в целом. Поскольку все вы являетесь единым целым с вашей планетой, то процесс ее эволюции невольно втягивает вас в эту орбиту. Но происходит это не со всеми обитателями Земли, а только с чистыми человеческими душами, которые потенциально способны воспринимать новые высокие вибрации, которые постепенно вытесняют с Земли вибрации третьего измерения. Как вы уже знаете, ваша планета заселена не только людьми, но и огромным количеством низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах, а также биороботами и клонами, которых особенно много появилось на Земле в последние годы. И поскольку эти существа в силу своего происхождения ни при каких условиях не способны осуществить переход вместе с Землей, они присутствуют на ней в виде балласта. Причем балласт этот вовсе не безобиден, поскольку именно эти существа и составляют ту самую серую массу, сознанием которой так хорошо научились управлять дракорептилии и их марионетки во власти. Это они так легко поддаются панике, страху и послушно исполняют все указания и инструкции властей, искренне веря, что те не способны причинить им никакого вреда. Благодаря этому балласту дракорептилиям удается сдерживать переход пятого измерения осознанной части человечества, способной воспринимать новые вибрации Земли. И чтобы еще больше замедлить этот процесс, с каждым годом создается все больше и больше клонов, которые задают тон в обществе, слепо следуя навязанным дракорептилиями, чужеродным программам и новым нормальностям. Таковыми являются, например, все виды трансгендерных извращений, которые уже не просто рекламируются, но и агрессивно навязываются человечеству. К сожалению, в эту чудовищную обойму попадают не только биороботы и клоны, но и молодые человеческие души, с детства приученные к новым реалиям жизни, в которых нравственное начало уже отсутствует. Во многом и поэтому, мои родные, так замедлился переход, ведь вам приходится преодолевать не только низковибрационные энергетические барьеры, но также и немыслимые препятствия морально-нравственного характера, которые воздвигают на вашем пути марионетки глубинного государства. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.